Храм Блаженной Ксении Петербургской в деревне Слобода еще до момента освящения православные назвали «жемчужиной». И не случайно. Он претендует на звание самого красивого святого места в Видновском благочинии. В праздничный день сюда приехали люди из разных уголков Подмосковья в желании запечатлеть в памяти столь особенное событие. Храм очень красивый. На самом деле первый раз вижу такое сочетание интересное технологических преимуществ 21 века с традицией. Мне очень понравился. Более 6 лет храм готовился к этому важному дню. За это время появились прихожане, для которых это место стало уже родным. В торжественный день они с особой радостью и волнением пришли в храм. Когда мы проходили мимо, мы видели, что храм строится, и испытывали, конечно, большую радость, потому что остальные храмы достаточно далеко от нас, а здесь рядом. И получился он необычно красивый, такой светлый, чистый. Мы очень благодарны создателю этого храма, посещаем его, рады, что у нас появилась такая, как благодать на нас Божья сошла. Чтобы совершить чин великого освящения храма Блаженной Ксении Петербургской, в Слободу приехал митрополит Крутицкий и Коломенский ювеналий. Его встретили по старой русской традиции с хлебом, солью. Далее все собрались в храме на божественную литургию. Одним из почетных гостей стал глава Ленинского района Валерий Венцель, который молился вместе со всеми. При великом освящении храма читаются особые молитвы. Народ просит, чтобы Господь сохранил это место до скончания века, чтобы сюда приходили люди. Это наполняет жизнью данный храм, вот, наполняет благодатью особой и делает его местом для совместной молитвы для верующих. По окончании богослужения служители храма подарили митрополиту ювеналию в память о событии икону. А Валерий Венцель вручил настоятелю нового храма священнику Георгию Балановскому икону Николая Чудотворца и поздравил всех с большим праздником. Дорогие друзья, ну, сегодня еще одним храмом в нашем Видновском благочинии стало на один больше, а значит, появилось еще одно место, куда можно прийти, помолиться, куда можно прийти исповедаться. Митрополит Ювеналий наградил патриаршими медалями благоустроителей храма, семью Бордуновых и других особо потрудившихся в деле его становления и украшения. В новые обители верят. Людей со временем станет еще больше. Сюда будут приходить и взрослые дети. На территории храмового комплекса есть воскресная школа, приходской дом, трапезная. Русский колорит здесь прекрасно сочетается с современностью. И особым украшением служит стоящая на земле звонница, колокола которой на солнце отливают золотом. Татьяна Брылова, Виктория Филатова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видное ТВ.